Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Киш Миш Плей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Far Cry 3. Far Cry 3, да. Пускай пообщаются. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Мне нужно пообщаться с Баком. А это было в прошлой серии, что-то такое проскакивало. Так, боезапас полный. Бак, он полный мужик. Ты не договорил. Ты хотел что-то еще сказать, но, видимо, решил не договаривать. Так, ладно, что у нас по карте? Куда, как далеко нам надо ехать? Где Бак? А, ну слушай, мы, в принципе, будем на освобожденной территории. Давай, знаешь что, вот нам надо сейчас сюда, в этот, в бар. И вот мне не нравится, что здесь рядом есть вышка. Вышка, не вышка, как ее, это самое. База. Мне не нравится, что она в зоне действия задания есть база. Надо освободить. Надо освободить базу. Попробуем как-то вспомним, как это делается. Водичка подавился. Вспомним, как это вообще делается, потому что какое-то время уже в игру я, естественно, не играл. Я сейчас вообще вспомню, какие пушки, какие кнопки, куда мы что нажимаем. Ага, присели, понятно. Так, достань оружие. Так, это граната. А! Случайно. Так, на какую кнопку зажать, чтобы мне оружие посмотреть? А, вот на эту кнопку зажать. Так, у меня есть пулемет, МП-5. У меня есть с собой... Ладно, вот так вот сделаем. Все. Теперь нам нужно добраться 400 метров до базы. До базы 400 метров добраться. Так, главное сейчас оружие. Не путать кнопки. Нормально реагировать на все вокруг. И, в принципе, все получится хорошо. Потом захватим базу, надеюсь, что по-тихому получится. Где-нибудь тачка какая-нибудь, автомобиль какой-нибудь будет присутствовать, нет? Да, я немножко зеленой травушки возьму. Чуть-чуть зеленой травушки возьму, чтобы у меня с собой было немножечко запаса по лекарствам. На всякий случай. Хотя три аптечки мне пока хватит. Вот сейчас я уже забыл, на какую, если честно, кнопку аптечку использовать. Но в процессе игры как бы выясним. В процессе... Я туда нырять не буду. Это если нырнуть с водопада, опять все обходить придется. Опять все придется обходить, а мне это сейчас не нужно. Ага, тачка стоит, хорошо. Это, если что, резервный путь отхода. Но у меня уже сколько? 200 метров, поэтому бежим просто прямо. Просто бежим прямо и все. 100 метров. Ой, подожди, а мне, знаешь, что не нравится? Что все равно еще вот 100 метров осталось, а пишет типа сверху. Типа пишет, что сверху надо залезть наверх. Че у нас здесь? Ну, мы здесь хотя бы на одном уровне находимся. Ага. Ага. Двоих там отметь, еще ж один он стоит. Ой, броня... А броню так... Две брони. Слушай, а я сразу и не обратил внимания на броню. Вот ты броню не разберешь. Броню не разберешь. С одного выстрела со снайперки ты его не сделаешь. Поэтому усложняется задача очень сильно много раз. Слушай, а у меня есть какое-нибудь зелье, которое... боевой симулятор, какой-нибудь... Что там? Обнаружить врагов по запаху... Эффект ожогов и снайпер. Коктейль из природных придаст исключительную точность вашим выстрелам при стрельбе навскидку. Не. Если был какой-нибудь... увеличивает урон попадания в голову. И вы можете бронированного завалиться до удара. Вот это было бы сразу. Было бы сделано. Было бы сделано, не задумываясь даже. Давай хотя бы сигналку я выключу. Щелкну легеньких, а с броней уже выйду один раз на раз чисто. Чисто раз на раз выйду. Надо выщелкнуть для начала сигнализацию. То есть мы 100% уже не проходим на 1500 опыта данное заведение. Но хотя бы, чтобы сигналка не сработала, я сделаю. Блин, вот зачем им здесь две брони? Вот нафига? Вот. Да иди ты. Кто там рычит? Вот зачем? Ну, логически подумать. Ну, одного же достаточно. Одного же достаточно, более чем. Так, я в зоне видимости двух сигналок. Раз и два. Хорошо. Минус раз. Минус два. Так, две сигналки я разобрал. С сигналками уже стало попроще. Мне не нравится, что я слышу, как здесь рычит лев. Мне не нравится это. Очень сильно.
Так, кого я? Может этому в голову дам броне? Или этого для начала? Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы поснимаю маленьких, а потом уже буду разбираться, что делать с броней. Я с тобой полностью согласен. Где этот труп, а? Тут еще один. Эта штука разбита. Эта штука разбита, да. Тихо. Вот есть. А! Черт! Эту штуку разбил я со всех сторон, кстати. А, они сейчас меня начнут искать? Все, уже начали палить, поэтому уже опыта нет. Блин, а чего вы так близко подходите, а? Может, гранатку туда, а? Давай гранатку, ради прикола просто. Отвлекитесь на гранатку. Ты мудила. Чего вы смотрите в эту сторону? Я должен найти тебя опять? Так. Почему там очень сильно зарычал лев? Надо взглянуть. Соберись, это простое наблюдение. Тихо, не смотри на меня. Не смотри на меня, пожалуйста. Где, бля? Да нигде. Здесь никого нету. Прячься, козел. Ты мудила. Я должен найти тебя опять. А! Да боже, сколько раз в него надо попасть? Сколько раз в него надо попасть? А кто ко мне прибежал еще, второй красный? Я тебя убью голыми руками! Так, тихо. Ты мудила! Я должен найти тебя опять! Мне главное, чтобы этот сейчас случайно ко мне не прибежал. Боже, какой ерундой я занимаюсь сейчас, а? Я, ну, реально уже, наверное, было бы проще достать пулемет и выскочить на них. Так, ясно, лев там. Лев там. Мы будем знать, что лев где-то там. Так, похоже, лев разобрался с пулеметчиком еще одним. Похоже, лев с ним разобрался. Сейчас, подожди. Вот это вот вроде как лев бежит. Или тигр. Он минусанул пулеметчика. Ха, все, я захватил форпост. Бля, Лева, спасибо большое. 1500 опыта. Это из-за того, что меня полностью не обнаружили. То есть они даже, когда меня видят, они такие типа... Ну, это было мне что-то показалось. На всякий случай я возьму пулемет. Просто если Лёва еще сейчас где-то здесь крутится, мне хотелось бы как-то быть подготовленным к встрече с ним. А это даже не Лёва, который был в этом. Это даже не Лёва, который... А что у тебя было? Подожди, какое оружие? А, ну я знаю, у меня тоже такой пулемет есть. Это даже не лев, который в клетке сидел на базе. Это просто лев, который бегал здесь вот, ну, по территории, понимаешь? Все, захват произошел. Цитра обещала. Ну, она как бы обещает и обещает. А как вот сдерживает свои обещания, еще неизвестно. Где сундук? Тут же прям где-то должен быть сундук. А вот. И купим еще этого. Патронов купим. Я же для снайперки потратился. Я потратился для снайперки. А надо как бы, ну, восполнять ресурсы, понимаешь? Ресурсы надо восполнять, потому что еще... Ну, ты видел, сколько раз я выстрелил по броне. Ну, раз 5 я точно в одного попал. Ну, точно, в одного 5 раз я сделал. Так, на Y у нас же лечилка. Все, хорошо. Лечилка есть, мы сейчас еще купим, наверное, лечилок. Или сделаем их, в принципе, хватает делать. А, у меня 200 баксов всего лишь. У меня всего лишь 200 баксов, ты понял? Всего лишь. Мне хватит хотя бы боеприпас пополнить. Все, нормально. И давай на всякий случай броник. Броник сделаем, все хорошо.
Так, лечилку. Все, лечилка по полной. У меня всего по полной. Лечилка есть. Я броник купил, а где мой броник? А, на броник денег не хватило. Стопудово. На броник не хватило денег. О, вот еще одна броня. Не поможешь с заданиями с доски объявлений? Не, не помогу. Давайте сами, ребят. Давайте чуть-чуть сами как-то справляйтесь. Учитесь быть немного самостоятельными. Так. О, 200 баксов. Мы, в принципе, можем купить броник, но уже давай пойдем по заданию. Все. Зона задания чистенькая, освобождена. Bad Town. Прыгаем. И пойдем разговаривать с Баком. Водичка, огонь. А чё они все сидят в этой деревне? Бак сидит в этой деревне, еще там какой-то мужик сидел в этой деревне. Чем здесь намазано, что ли, чем-то? Еще так далеко от быстрого перемещения. Зачем смотреть, как трогаешь? Так. Здорово. Георг входящий. Ты Джейсон, да? Да, алло. Я Джейсон. Кто это? Чувак, я, наверное, ошибся. Мне нужен Джейсон. Он вообще здесь? Джейсон где-то рядом? Кто это? Георг, я. Джейсон меня не знает, но у меня есть работа, если ему интересно. Я перешлю координаты. Ты ему передай, окей? Поговорить с Герком. Так мне поговорить с Баком нужно для начала. И здесь у меня женычка есть. Мы сверху здесь ехали и видели кристаллики. А где они? А, ну вот они. Все, я же говорил, что будут точно. Целых два. Целых две нычки. Два ящика. Хорош. Ну, 30 долларов, неплохо. Нормальная нычка, кстати. Так, подожди, так мне сейчас с кем? С Герком говорить или с Баком? Не знаю. Я иду по желтому заданию. Желтое задание это основное. Да. Спасибо. Спасибо, что залез. Это все тот же самый бар. Место встречи изменить нельзя. Здорово, Бак. День рождения не сегодня, но ты похожа Санта. Чего? Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его? Ухой-то! А, это он. А он назвался... Ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брози. Слушай, мне просто нужен Кит. Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Нож, наверное, замоч, нет? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Да, нож, конечно. Пойди его. Сделаешь, и мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потерял. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах! Это выкуп за Кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватил его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Ножик. Хуёжик. Нож? Нет, не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали. Так. Этот же нож нужен не только осколок прошлого. Проберитесь на ностальгию. Этот нож нужен Цинтре. А почему мы будем ему отдавать разве? Ой, так тут совсем недалеко. Ты смотри, как я вовремя освободил этот форпост. Мы же сейчас сюда переместимся. Ой, нет, блин, я все кнопки не так нажал. Все кнопки нажал неправильно. Да вот что происходит, когда играешь в две игры сразу. Играю в Калавку и Far Cry. Все сыпется из рук. О, давай еще броник купим. Давай еще купим броник, раз мы уже здесь.
броник есть. Все, погнали. Так, 500 метров нам до... до ностальгии. Интересно, это по стелсу мы будем? Или можно зайти и прям вот та-та-та сделать из пулемета? Я бы хотел уже сделать та-та-та из пулемета. Да ты всю игру с глушителем ходишь? Ой, здесь опасно спускаться так. Очень-очень крутой обрыв. Не хочется умирать. Мы уже как-то поплатились за путешествие по горам в этой местности. Поэтому будем в обход идти. Так, я, ну, надеюсь, на берегу мне что-нибудь, какой-нибудь транспорт водный, как... Нет? А хотя вон уже лодка. Недалеко совсем. Блин, ну, смотри, высоко. Ну, он точно разобьется. Погоди. Кто где едет? Это вообще не рядом со мной ехали. Жаль. Я бы сейчас тачку ну, лучше бы какой-то тачкой обзавелся. Аккуратно, конечно, бы пришлось ехать очень сильно, но что? Что поделать? Вообще, смотри, как выросла. Прямо посреди дороги. О, мои, не мои, парни. Мои. Ладно, едьте. Были бы красными, я бы уже атаковал. Хотя я уже и на месте почти. Мне осталось тут еще очень долго спускаться. Мне тут осталось самую малость спуститься еще очень далеко. А, вон, есть. Водный транспорт присутствует. Ладно, я не буду рисковать такой долгой дорогой и срываться с этого обрыва. Потому что мне почему-то кажется, что я не выживу. Так, не сбей меня хоть. Не, ну ты чё? Я тут за остров сражаюсь, а ты меня сбить хочешь. Давай тачку возьмем. Так, сейчас только развернуться надо. И аккуратненько. Спокойно, чтобы здесь не упасть нигде. Машина-то тоже может упасть и взорваться. Мне это тоже не нужно. Все, на полгаза. Так вот сюда. Опа. И приехали. Было бы, конечно, лучше, если бы я этот автомобиль нашел гораздо раньше. Так, по-тихому мы должны зайти, или я могу не по-тихому? Есть хоть слово там в задании, типа «По стелсу! Не шумите, не привлекайте внимания!» Такого не припомню. Мне было сказано, проберись и узнай где. А, ну все, я уже поднял тревогу. Я уже тревогу поднял, поэтому мы сейчас берем просто пулемет в руки и начинаем та-та-та делать. Так, у них снайпера еще есть. Вот снайпера это плохо. Снайпера бьют больно. Ой, сейчас ко мне подойдут и мне хана. Мне повезло. Да ёмо. Да блин, что я не могу попасть? Это я начинаю, знаешь, начинаю играть как в Call of Duty. Но механика-то другая все равно. Физика игры другая. Давай, высовывайся. Жалко, не кластерная гранатка. Я прострел хоть один поставил за все это время. Так, броник я вообще не зря купил. А че ты убегаешь? А че ты убегаешь? Так, спереди никого там не вижу. Я много патронов потратил на этого товарища. Слишком много. Вот то, что это пулемет, это плохо. Выстрел в голову, 200 опыта. А что такого опытного нужно было в том, чтобы просто в зажим выскочить на него из пулемета? Так, найдите вход. Хорошо, сейчас найдем. Да я заберу, пойду. Вот вообще не зря я набрал аптечек. Вообще не зря. Я сейчас всех пообыскиваю еще, а потом пойдем дальше. Мне же патроны нужны. У тебя же есть патроны для пулемета, правильно? Правильно.
Хотя, наверное, чтобы использовать патроны с его пулемета, мне надо, чтобы был конкретно такой же, такая же модель пулемета. У них может быть разный калибр. Но это тоже было бы нелогично. Пулемет и пулемет, да? Да, я, конечно, здесь заскочил очень уверенно, сильно в себе. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что там у меня. Так, все. У меня сообщения всякие приходят, я потом на них отвечу. Так, стоп. Мне здесь надо взобраться? Да блин. Так здесь же вот стоит табличка «Взобраться». А, наверх! Это очень сложно. Это очень сложно, чтобы забрать такую простую нычку. А здесь еще не будет, и прям что-то вау. Или будет? Так, сюда залезь. Мы тратим очень много времени, но хорошо, что здесь никакого времени у меня по факту нет. Мы просто лутаемся. Нам нужны ресурсы. Шарахнись аптечкой. Хорош. Нам бы по-хорошему, конечно, еще запастись себе... чтобы здоровья у меня побольше было, но это надо двигаться по сюжету, правильно? С чем ходим? С плеткой. Нормально. Если бы на плетку можно было поставить глушитель, я бы с ней бегал, наверное. Тут, конечно, неплохая снайперка, но, блин, что-то помощнее хочется. Хочется броню в голову ваншотить. Ну, реально. Это вот в каждом Far Cry это проблема прям. Это прям реальная проблема. О, калаш. Ты вот форпост очень тяжело потом становится захватить, когда есть броня. Кстати, можно было схитрить и освободить, например, всю карту. Всю карту. Не проходя вообще никакой сюжет. То есть, ну, просто открывать, броня бы не появилась. То есть, пока по сюжету она не появляется. Ну, и на форпостах, их тоже нет. И то есть, можно было бы чисто по приколу вообще всех освободить до. Но это так, сложно достаточно и очень долго и муторно. Я решил уже, ладно, будем идти по сюжету. Давай, нужны эти данные. Будем идти по сюжету. Так, здесь есть сирена какая-то? Прикол. Здесь надо было по-тихому, да? Ну, сирену ж они не поднимут. Я подниму тревогу! Ой, тревогу не надо. Да сколько же тут пиратов? Много. Так, я подниму тревогу, но... Подняли тревогу, не подняли? Успел я? Вроде успел, вот вроде же еще одна тревога. Ну, тоже странно, типа... Все, пойдем выключим тревогу на всякий случай. Я как бы не знал, что здесь может быть тревога. Отключить сигнализацию. Все, вся сигнализация выключена. Не, ребят, какая сигнализация? Вы захватили корабль. Типа, это не ваша база. О, еще. Пошла гранатка. Минус раз, хорошо. Тихо. Не вижу. Ой, живой! Я туда так хорошенечко из пулемета дал, что я думал, ты уже не выживешь. Ну, не будем уже этих обыскивать. У меня здесь... Так, пулеметчик нам будет, да? Конечно. Выстрел в голову, плюс 200. Бля, за пулеметчика даю 200 опыта. О, подожди, так если форпост освобождать... Это можно, знаешь, как сделать? Это можно просто в наглую. Всех, ну, выключить сигнализацию удаленно, убить их, а потом на пулеметчиков с пулеметом выйти и в голову их добить, и больше опыта спорю, получишь. Что в этом компьютере что-то есть. А ты хацкер? Вот он. Где? Это вроде важный компас. И может приведет к ножу. А где? Я фотку вижу, что его кто-то в руке держит, и все. Быстрей, говнюк! Хотя даже, знаешь, типа сделали фото. Хакер атак. Это шутка? Шутка. Там, если что, секунда была. Там, если что, была одна секунда. Успеть было нереально. Так, теперь надо как-то выбраться на улицу. Да? Надеюсь, не я. Надеюсь, он так сам, типа, вылезет и все. Сам вылезешь, брат? Так, дай, подожди. У меня есть, если ш... Ах ты.
Я думал сейчас шарахнуться... А, можно шарахнуться. Усилители чувств. Ныряльщик. А, голубого листа нету, класс. Ладно. Есть шанс того, что я, может быть, успею. Подыши. Хорошо. Удачно здесь баллон с воздухом оказался. Надо сейчас быстренько дёру давать отсюда. Давай. Пуй. О, мы еще и выбрались. Так, Джейсон, пора выбираться. Очень сильно пора. Не то, что пора, прям очень сильно пора выбираться. Это ты типа шлюз закрыл, чтобы вода сюда не попала? Это ненадолго. Ненадолго, да. Тут я согласен. Так, миссия. Вот сюда. Ненавижу на кораблях, вот на тонущих кораблях миссии. В Call of Duty Modern Warfare 4 это все было. Здесь то же самое, просто ненавижу. Ты очень сильно теряешь ориентацию. Мне кажется, это мой вот ночной кошмар. О. Брат, ну нам надо выбираться, а ты решил в героя поиграть и завалить меня, да? Ну и останешься здесь же и зря. Мне кажется, мой самый худший кошмар это вот так вот оказаться в такой ситуации на корабле в воде. Я бы точно сошел с ума. Так, куда? Право, лево. Ой, здесь все сломалось. Так, светит тут. Вообще не помню эту миссию. Вот прям на... Ну, хоть убей, не помню. Давай мне кислорода. Он уже начинает задыхаться. Выбивай окошко. И выпусти меня просто в открытое море, а? Пожалуйста. Это что было? Что там взорваться успел еще? Блядь, здесь так глубоко. Ужас какой. Давай, плыви наверх. Акула? Ну, еще акулы мне здесь не хватало. Еще акулы мне здесь не хватало. Хотя акуле есть что хавать. Я не думаю, что она на меня сильно будет обращать внимание. Эй. Ты меня спас? Джейс. Не спи, замерзнешь. Подъем. Ты что, по приколу? Открой сомкнутый негой взоры. Да вставай же! Давай! А вот и ты. Нашел сокровище? На судне его не было. О, Джейсон, Кито это не понравится. Похоже, ему уже неловко. Зачем ты это говоришь? Сам не знаю. Смеха ради, лапочка, смеха ради. Не нашел ли ты компас? Вообще-то компас нашел. Отлично, здорово. Я знаю вот что. Используй компас. Большое спасибо. Пожалуйста. А теперь, если можешь справиться сам, я иду к Киту. Ладно? Бывай. А нельзя за ним, типа, просто проследить, пустить пулю в башку и забрать Кита? Ну, когда он придет к нычке. Так, поговорите с Герком. Окей. Где находится Герк? Мы находимся прямо возле базы. А, вот это база. Ой-ой-ой. Ну, надо же базу зачистить, правильно? Так, одну очку навыков. Кстати, у меня там открылось что-нибудь новенькое? Нет, у меня не открылось ничего новенького. Будем заморачиваться сейчас с базы или просто залетим из пулемета всех, а? Приток эндорфинов у меня появился новый рецепт. Ладно, давай залезем повыше. Залезем повыше чуть-чуть. И осмотрим базу. Если там нет брони, пощелкаем со снайперки. Если броня есть, выключим сигнализацию. И тогда уже с пулеметом добьем остальных. Я чуть не выбежал случайно. А я, получается, выплыл в другом месте, нет? То есть, ну, я чисто не ожидая этого, оказался вообще в совершенно другом месте. Тут два снайпера, медведь. Кстати, медведя надо оставить. Подожди, так у нас сейчас снайперская дуэль будет, правильно? У нас сейчас будет снайперская дуэль. Да, я только сделаю, знаешь как, вот так и вот так. И мне надо, знаешь, ну, аккуратно к ним, аккуратно их щелкать.
Черт! Чисто для того, чтобы они меня в снайперский прицел не спалили. Вот черт! Вот ёб твою мать! Так, есть. Я тебя убью голыми руками! Ты лучше пока не дергайся, хорошо? Вот они, видишь, выпаливают меня. Засранцы. Ищите! Я тебя убью голыми руками! Сталкер! Так. А этот куда-то спрятался в неудобную для меня позицию. Я ничего не нашел, но спорю, тут полно повстанцев. Может быть, медведя выпустить? Хотя медведь мне нужен. Я его для себя оставлю, подожди. Мне не платят за то, что я вожусь с этим дерьмом. Как будто двое говорят, но на самом деле он там один остался. Ой. Не знаю, правильно ли я сейчас поступил или неправильно. Аккуратненько, тихонечко. Я тебя убью голыми руками! Тише. А, стой, кто-то еще? Прячься, прячься, сука! Я пищу! Есть. Блин, я выпустил медведя. Он сейчас убежит. Ну ладно, минус медведь. Ну, ничего страшного. Если что, найдем еще одну. Я хотел... Я случайно в клетку попал. Не хотел я в нее попадать. Фу! Медведь жив. Ненадолго, правда, но... Извини, Мишка, мне очень нужна твоя шкура. Прям сорян, честно, ну, от всей души. Мне очень тебя жалко. Но мне нужна твоя шкура. Все, я с медведем разобрался. Мне нужно было как раз... Подожди, а у меня есть навык две шкуры за раз или нет? Так где она? Есть. Мне очень нужна, как раз таки для чего-то нужна была. Я помню, где-то я видел медведя, думаю, бля, ну сейчас медведя попробую найди. Шкура медведя, есть, есть. О, можно изготовить усиленный колчан. Вот, неплохо. А что еще? Здесь ничего, здесь симуляторы. Да. Большой колчан, шкура акулы-людоеда. Ну, не. За акулой попробуй еще, попробуй с этой акулой-каракулой еще справься. Друг! Ау, чё хочешь? Повезло вообще. Вот, блин, ребят, повстанцы, вам так со мной повезло. Я так хорошо зачищаю эти базы. А вы просто приходите на все готовенькое. И, смотри, я, кстати, достаточно неплохой снайпер, оказывается, да? Против четверых снайперов вообще раскидал просто как детей. Все бабки на патроны, все бабки на патроны. Просто. Но здесь надо фармить, бегать. Надо бегать, фармить, просто для того, чтобы, ну, ты был как-то в теме, ты как-то был на плаву немножко. Но мне это не сильно интересно, меня больше интересуют патроны. Так, теперь на вышку. У нас стандартный путь с тобой. Стандартный путь. Молодец. Далеко вышка. Но у нас еще остались дела. Ну и сами эти дела и решите. Сможете же сами решить, правильно? Еще ай, вот такой джипчик этот неплохой, но в целом транспорт Far Cry такой тяжеловат к управлению, конечно. Ты... Особенно, когда без карты едешь, это вообще просто ужас. Вообще не знаешь, тебе надо наверх, налево или направо. Мне кажется, налево надо ехать. Как будто бы туда он едет, поднимается, потом заворачивает, нет? А нет. А вон, дорога впереди. Будем сейчас петлять, пока не приедем. 300 метров. Ну, сокращается потихоньку расстояние. Потихонечку расстояние сокращается. Мне кажется, мы сейчас не туда едем. Ладно, попробуем так подняться. Это опасно. Так, давай, выпрыгиваем с тачки. Падай куда хочешь. Я 140 метров постараюсь пешком добежать. Давай. Есть, молодец. Джейсон, ты вообще превосходный прыгун. Мне кажется, вот вообще не с той стороны мы идем. Вообще не с той. Если что, вот бежишь на гору и просто бесконечно нажимаешь прыжок. Вот здесь могу не пропрыгнуть. Вот здесь не пропрыгну, ладно. Так. Окей.
Это медведь? А! Не пропрыгивается. Не пропрыгивается. Такая яркость на телефоне большая. Мне как сообщение приходит, мне сразу все... все сразу... Прям лицо краснеет, если в камеру посмотреть. Потому что у меня здесь телефон просто слева стоит на уведомление. Ну что, у меня вот сейчас сегодня выходной, вчера был выходной. Я сегодня снимаю и вчера снимал. И мне... И все эти... Ой, сами разбирайтесь, я пошел дальше. И все эти два дня мне постоянно звонят с какими-то косяками. Постоянно. А вообще я, кстати, отношения к этим косякам не имею. Мне типа звонят, что-то рассказывают. Я такой, я, знаешь, типа, я это называю служба психологической помощи. Я посидел, послушал, такой, ну да, и чё? Ну и мешайте, типа, как бы это не моя зона ответственности. Все, сейчас то же самое. Сейчас то же самое. Опять какое-то... Что-то хотят от меня узнать. Сказать, типа, ну, чё уж тут. Вот так. Вот так, разбирайтесь. А знаешь, почему я так отвечаю вообще смело? Потому что я знаю, что в моей зоне ответственности все чётенько. Все схвачено, все сделано, все идеально. А если уже кто-то косячит, то ну что, я буду за других косяки разгребать? Нет, конечно. Как говорится, мне за это не доплачивают. А если бы и доплачивали, то я бы брал, конечно, за это очень много. Потому что мне, если честно, и своих косячел хватает. Ну все мы люди, все мы можем косячить. Так, а что они там разбираются? Что там тачки какие-то летают? Это опять какая-то зона с базами? Мне, кстати, понравился этот форпост, где было 4 снайпера. Это была снайперская дуэль. И я ее вообще изеньки-пизеньки вытянул. Но был моментик, когда меня начали чуть-чуть замечать. Ты видел, да? Это было опасно, если честно. Это было на грани. Это было на грани. Сейчас надо ответить. Мама еще написала. Ладно, сейчас маме же отвечу тоже. Ну как это? Мама написала, не ответить. Мама, это святое. Она мне на права сдает. Она мне сейчас в автошколе учится, решила, машину хочет купить. Ну, человек вообще вот, ну, молодец. И сдала внутренний экзамен. Она написала, что сдала внутренний. Я ей написал, что поздравляю. Так, ну я сам четко понимаю, куда мы сейчас идем. Это было даже не оговаривалось, да? Правильно? Так, а как мне туда по-быстренькому попасть? Есть какой-то шанс вообще? Походу шанса нету, поэтому сейчас будем слетать с тачки, на тачке с обрыва. Вот так вот сюда. Кто там едет? Кто-то едет. Свои, не свои? Свои, ладно. Живите, парни, живите. О, это с Пуличем, да? С Пуличем я возьму. С Пуличем я возьму. Может быть, сейчас и повеселимся на форпосте. Просто, знаешь, типа, залетаем, садимся на место стрелка и расстреливаем всех. Но мне опыт нужен. Давай подъедем поближе. Посмотрим, в принципе, что там происходит. Ну. Ой, медведь, нет, валим. Медведь мне больше не нужен. Медведь у меня есть. Красиво. Хорош вообще. Пулемет такой основательный. Может, к черту этот опыт? Тупо залетаем из пулемета всех, а? Ну, хочется опыт получить. Хочется себе этот. Хочется прокачать персонажа. Ну, а по-другому ты особо и не прокачаешься. Не, едем дальше. Надо... Подожди, стой, а куда я? В тупик какой-то приехал, что ли? Блин, я приехал в тупик. А мне надо... Мне надо, короче, налево выехать и аж сюда. Ё-моё, ну ладно. Поехали. Попробуем. Здесь можно спуститься? Тихо-тихо-тихо. Нет.
Давай лучше развернемся. Мне эта тачка нужна. Я хочу на ней залететь бандитом. Я хочу на ней залететь на тот форпост. Тут есть какая-нибудь сигналка? Жалко, не сигналит. Было бы круто, если бы это сигналил. Ну, я все кнопки не проверял, но на какую-то одну из них, скорее всего, сигналка. Подожди, так я еду обратно к вышке. А, не, все правильно, я не в ту сторону повернул. Я прямо поехал, нужно было направо свернуть возле вышки. Окей. Все ясно. И здесь сейчас надо левее дать, не промахнуться. Вон туда надо. Мы выйдем на обычную дорогу. В принципе, она даже стояла мордой туда, куда нужно. Вау, что тебя так поднесло? На ровном же месте. Все же было хорошо. Ладно бы это была обычная машина, я бы не жалел. Типа мы бы где-нибудь с обрыва точно не слетели. Но она с пулеметом. И пулемет прикольный. Так, опыта мне не видать, потому что я уже очень сильно хочу прям ворваться туда и просто так сделать. Уже много раз я со снайперки всех чистил красиво и аккуратно, а вот еще ни разу не было такого, что просто в наглую из пулемета. Здорово, парни. Вот бы можно было, как в GTA San Andreas, нанимать себе, типа, подмогу. Помнишь, как там было? В банду берешься 4 человека и гоняешь с ними. Еще все зависело от уважения твоего, то есть сколько ты можешь взять с собой чуваков. Чем больше уважения, тем больше чуваков ты берешь. Так, здесь какая-то снайпер-миссия, но не будем ее брать. Я плохой стрелок на самом деле. То есть то, что я тут раскидываю NPC, это вообще ничего не значит. По факту, если так посмотреть на навык стрельбы мой, то очень слаб. Кто меня заметил? Ты взорвал мою машину. Ну ты скотина, я так долго ехал сюда. И где я теперь возьму тачку с пулеметом? Я еще на вышке, бля. Я так долго ехал. Блин, ну... Ну, обидно. Обидно, очень сильно обидно. Я хотел пулемет привезти. Да, я, кстати, себе пулич поменяю, с которым хожу. Я возьму пулемет с этим... Где пулемет? Вот этот возьму пулемет. Экипировать. Сюда давай. Ой, подожди, я хочу раз... Хочу раскраску на пулемет купить. Есть какая-нибудь прикольная? Ууу, песчаная такая. Ничего, солидно смотрится. Старая школа, чисто черная. Не, я хочу что-нибудь... Ну, огненный нет, а вот сельва прикольная и песчаный. Песчаный. Будет вообще нелогично. В джунглях песчаный камуфляж, ну да ладно. Кого это волнует? Это все нюансы. Так, здесь у меня есть, кстати, 2 алмазика. А почему 190 патронов только? Мало патронов с собой? Ну ладно. Мы сейчас все равно опять снайперку достанем. Ну, придется по-тихому щелкать. Есть пулемет? Вот тачка с пулеметом. Ну, блин, зажали мне тачку с пулеметом, а? И где вот ее сейчас взять? Это ж вообще нереально, правильно? Они тупо в меня врезались и взорвались. Ну, я их, конечно, расстрелял конкретно, но я думал, они не доедут до меня. Успели доехать. Обидно, досадно, ну ладно. Так, куда мы сейчас? Нет, не по прямой, давай направо. По прямой, конечно, задание, но мы потом к нему подъедем. Я хочу освободить форпост. Я люблю выполнять задания, в зачищенных. Мне как-то так поприятнее. Все, задание здесь, значит, все здесь должно быть зачищено. 600 метров еще до них опять лететь. Парни, надо бы идти мне где-нибудь пулемет, а? Ну, тачку. Я сейчас буду просто так ехать. А, так, без пулемета, ладно. Такая машина была, такая машина. Так, это тоже обычная.
Ну ладно, мы в теории сверху где-то сейчас окажемся, походу. Над форпостом. Форпост. И чё ты здесь стоишь? Чё ты здесь стоишь? Всё. Не стоишь ты здесь больше. Сейчас тут все сгорит, конечно, к херам собачьим. Надо валить. Нормально, успел. Вроде тачку не поджег. И заметил, кстати, у вражеских баз типа черный дым. Типа они злодеи. Они злые. Поэтому черный дым здесь и установлен везде. Так, давай снайперку и МП5. Что у нас здесь получается? Ну, позиция неплохая. И здесь где-то точно будет броня. Не может быть с неплохой позицией не броня. Так, это какая-то... Это динго, походу. Динго выпущу потом. Когда начнется небольшой шухер, я динго выпущу. О, я еще орла отметил. Прикольно. Ой, живой. Так, надо гасить динго. Ой, их там даже двое. Прикольно. Один неверный выстрел, и все пошло не по плану. Сейчас пускай они там между собой немножко поразбираются, я с этим заберу для начала. Прям за мной идут и палят, а? Засранцы. Они сейчас там все спалят. Они просто друг друга поубивают. Отлично, минус один. Минус второй. Не, ну этого следовало ожидать. Этого следовало ожидать, в принципе. Вот почему черепок, кстати, не упал от снайперки. Непонятно. Так, есть. И еще один там бегает. Так, пожар устроили. Сами в нем же и сгорели. Бегите, пожар! Голову прямо есть. Тихо, 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 тихо. Кто тут? Меня кто-то спалил, а я его не заметил. Ага, вижу. Тихо, не пали, не пали, не пали. Вот если эта белая штучка не поднимется полностью... Черт, граната! Есть. Да, блин, есть, есть, есть! Базу, походу, засчитали. Засчитали мне полностью базу? Да, 1500, хорош. А где эти делись? Придурки на тачке, я бы их сейчас расстрелял, потому что не в то время, не в том месте оказались. Вот, казалось бы, удобнейшая была позиция, удобнейшая. Все равно, может, все равно что-то пошло не так. Вот у этих чертов в туловище лучше не стрелять, надо в голову. Открыта островная гоночная лига. Класс, я за нее очень сильно рад. Так, что у меня там по зельям? Что у меня там по зельям можно создать? Все, листики закончились. Немножко давай соберем, пускай с собой будет. Пускай чуть-чуть листьев будет с собой. А, я наверх не полезу. Хорошо, они здесь все спалили. Прям хорошенечко. Не зря я динго выпустил. Ну, не все. И все мы люди, понимаешь? Все везде где-то можем допустить ошибку. Хорошо, что они не открывают, не поднимают сирену, когда четко меня не. Пока четко меня не увидят. То есть они умирают, умирают, потом такие типа, не, ну так вроде как и должно быть, все нормально. Лодка с пулеметом появилась. Лодка с пулеметом это круто, но тачка с пулеметом еще была бы круче. Представляешь, что зарубиться на тачке? Патроны есть, бояться нечего. Ну, вот было бы вообще песня. Было бы песня. Так, знаешь что, давай на этом моменте мы серию заканчиваем. В следующей серии пойдем, наверное, с этим разговаривать. Тут задание где-то недалеко есть. Пойдем на это задание. Вот сюда. К баку. Скорее всего, даже на лодке подъедем. А, спасибо, что досмотрел. Здесь понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом. Еще много чего интересного. Счастливо, пока и до свидания.